13. Разрешите задействовать систему пожаротушения. Отставить пожаротушение. Двигатель потом не заведешь. Так точно. Снижайся до 1000. Направляй самолет в поле и катапультируйся, как понял? Понял. Снижаюсь. Аркелов, ты машину готовил. Аркелов, оглох, что ли? Чеку с катапульт снял. Черт. Двигатель заглушал. Давай прямо к полосе. Есть. Товарищ полковник, там комиссия. Ты какая к черту комиссия? Генерал Камани. Походу, движок продувает. Давай, родной. Давай, родной, давай, родной, давай. Товарищ генерал-лейтенант, командир 294-го отдельного разведа... Вольно. Что это вы тут устроили? Цирковое выступление, понимаешь, с дымовыми эффектами. Леха, цел! Чуть не прыгнул, мы тут чуть не посидели. На, спрячь. А о чем мы скажем-то? А? Алёк! Ну чё, ну скажем, что спасали дорогую советскую технику. Давай. Техника не новая, двигатель сдох. Но мы разберемся, найдем виновных. Кто пилот? Лейтенант Леонов. Ну, с ним будет отдельный разговор. Ну, сумасшедший, честное слово. Давай его ко мне. Нам как раз сумасшедшие нужны.
65-м. Все свободны. Я же сказал, свободны. Как это в 65-м? Почему? Речь же шла о 67-м. К этому году восход 2 мог бы быть подготовлен 100%. Почему? Потому что американцы перенесли свой полет. Теперь они планируют выйти в открытый космос раньше нас. Допустить этого мы не можем. А допустить в космос неготовое изделие с буквами СССР на борту? Можно обосраться перед всем миром? Можно? И получить 2 героических трупа вместо 2 живых героев-космонавтов? Корабль мы подготовим со всей возможной тщательностью, но времени слишком мало. 2 корабля. Первый испытательный. На нем мы отработаем максимум нештатных ситуаций. Ну, а там уже надежда на людей. Слава богу, у нас 2 лучших пилота. Шустрее.
нашли! Лёха! Не тронь! Учует, что трогал. Не вернется птичка. А это домик ее? Домик. А спит она тоже тут? Да кто ее знает? Ну, бать, скажи, где птичка спит? Тебе надо? Сам узнаешь. Пошли, говорю. Лёшка, пошли. По смыслу все правильно составлено, по форме нет. Не хватает официального тона. Товарищ генерал, разрешите? Нет. Виноват. Просьба. Дайте распоряжение, чтобы меня пустили к подполковнику Беляеву. Это пусть доктора решают. Да они уже решили, но он никого не желает видеть. Понимаете, расстроился. Я хочу поддержать боевой дух товарища. Пожалуйста. Ну, у тебя-то чего с ногой? А, да нет, это я отсидел, пока ждал. Леонов, знаешь, почему я тебе еще пинка под зад не дал? Никак нет. Вот и я не знаю, почему. Тренировки продолжайте. Спасибо. Товарищ генерал, оправдаем. Сейчас Павел выпишется из больницы, и вот увидите. Твой новый напарник, майор Хрунов. Как? А Павел? Послушайте, он не виноват, честное слово. Я прыгнул первый, понимаете, я его спровоцировал. Знаю, он вообще не хотел. Читал я это в твоем рапорте. Ты не волнуйся, Беляев пока отдохнет немножко, подлечится. Офицер не молодой, сороковник скоро. Пусть набирается здоровья. Но программу тормозить не имеем права, пока тренируешься с Хруновым. Так точно. Обед стынет. Похоже. Свет, я тебе уже говорил, что для художника похоже. Это самый худший комплимент. А это комплимент не художнику, а космонавту с кисточкой. Который, между прочим, мог бы стать очень хорошим художником. Сойдет, Света. А космос как же? А настоящему художнику для того, чтобы попасть в космос, совершенно не обязательно лететь туда на ракете. Да я сквозь потолок звезды вижу. Не, не так. Слышишь, я потолка не вижу, а только небо. Я бы давно на велике доехал. Только великов таких нет. Обедать? Ой, пап, можно и яблочко? Да куда? Ну, после обеда. Тогда пойдем сейчас обедать. Чего? Буду я. Ну, что? Начинаем программу по восстановлению физической формы. Жизнь у меня одна, и напарник тоже один. Я с другим не полечу. Я, конечно, сейчас тренируюсь с Хруновым, но это чтобы не прерывать тренировки. А как только ты восстановишься, мы с тобой сразу идем к начальству и подаем рапорт на медкомиссию. Понимаешь, и все у нас будет хорошо. Хорошо, что у тебя нет перелома, да? Вот это очень хорошо. Старая травма разошлась, так это вообще... Это такая ерунда, это фу, и все, и залечится. Люди вон голову пробивают. Ты ж нога. Алексей, смотри на меня. Ну? И услышь. Угу. Я с тобой никуда не полечу. Ну и чем я тебе так противен-то? Да не в этом дело. Страха ты не знаешь, а это плохо. Слушай, я сейчас тебе одну историю расскажу с детства. Уйди. И ты сразу поймешь, о чем я тебе говорю. Ты не понял меня? Да нет, ты что, Леонова просто так не уходит. Ты что, я сейчас сделаю дело, и тогда уйду.
Раз. Раз. Дай помогу. Давай, больно. Уйди, черт, давай матери. А, да. Вот, все, очень хорошо. Уйди отсюда. Все хорошо, мы разобрались. Ага. Уйди. Здравствуйте. Че там? Давай почешу. Ты себе почеши. Почему за все эти сеансы невесомости у вас не было ни одной удачной попытки захода в шлюз? Что мешает, товарищ майор? Ну, причин на самом деле несколько. Одна из них это скафандр. Товарищ главный конструктор, он называется Беркутом, но на самом деле это какой-то асбестовый гроб. Извините, но у меня есть предложение. Можно? Борис Викторович. Угу. Значит, для того, чтобы подтягивать фал и рулить своим телом, необходимо хотя бы минимальная гибкость. Вот обратите внимание, шарниры в местах плечевых, локтевых, кистевых сгибов для большей свободы движения. Сами рисовали. Да, так точно. Они коррелируют с общим давлением скафандра. Да, ребятушки, чтобы такой скафандр появился на свет, нужно 2, а то и 2,5 года. Их у нас нет, товарищ Лёвнов. Я понимаю, Сергей Павлович. А если место крепления фала переместить на шлем? Что, простите? Зачем? Космонавт у нас входит в шлюз ногами, так? Да. Так. Мне кажется, правильно будет, если космонавт будет видеть, куда движется, и будет ходить в шлюз головой. Товарищи, оставьте нас на 3 минуты. Вперед. Я? Да. Как вы там хотели? Вперед головой? Прошу вас. Давайте, давайте. Так. А теперь развернитесь мордой к люку. Зачем? Чтобы закрыть внешний люк. Вручную. Так он же автоматический. 9 раз из 10 он автоматический. Будем считать, что вам не пофартило. А теперь представьте, что на вас плохо гнущийся скафандр. И заканчивается кислород. Представили? Да. Ну все, вы погибли. И ваш напарник тоже. Все ясно, Сергей Павлович. Будем работать на текущую задачу и извините за беспокойство, Сергей Павлович. Мы готовы лететь хоть в кандалах, хоть в кольчугах. Да мы и так народ, который от рождения летает в кандалах. А представляете, если их снять, что было бы? Потеряли бы равновесие и разбились бы к чертям собачьим. Вот такой мы народ. Идите. Есть. Yes. Чертеж. Оставьте. Плохо.
Товарищ Беляев, дорогой, что ж вы творите-то? Вы же сами сказали, ногу нагружать. Так я имел в виду потихоньку, постепенно, со временем. Нет у меня времени, Евгений Анатольевич. О, дает дедушка советской авиации. Знаешь, Хрунов, что мне больше всего в тебе нравится? Что? Твоя улыбка. Вот улыбнись еще. О, Гагарин. Паша! С возвращением! Отряд! Стройся! Упор лежа! Принять! Виноват? Товарищ Беляев, встать в строй! Есть! С возвращением! Спасибо! И раз, два. Никишин, Никишин, иди-ка ты домой, выспись. Завтра закончишь. Сергей Павлович, людям отдых нужен. Третью неделю пашут три смены. Сразу. После отчетной комиссии всем выходной. На сутки. А может, этого председателя комиссии в корабль посадить? На 5 минут почувствует себя Гагариным, да и удовлетворится. А потом за гостевой стол. Под зад коленом. Под зад коленом. Это пожалуйста. В корабль никого посторонних не пущу. Будь это хоть сам Брежнев. Что там? Никишин? Ступитесь. Сведите в область грудной клетки и головы. Ну что? Мертв. Господи. Я хочу точно знать, что случилось. Точно. Борис Евсеевич, доложи мне через полчаса, что произошло с электрикой. Есть. Я так понимаю, комиссию мы отменяем? Ни в коем случае. Я хочу, чтобы они увидели все это. Нам крайне необходимо, чтобы они это увидели. Пускай доложат. Кому следует. Начали вы лучше, товарищ подполковник. Минутку. Передайте, пожалуйста, Светлане Егоровне. Да, хорошо. Да. В честь хорошего солнечного дня. Хорошо. И ее мудрого решения. Это что? Вам просили передать. Сюда положи. Ну что ж, товарищ подполковник, у меня к вам претензий пока нет. Так, давайте еще раз нагрузкой и померим давление. Ну что ж, за присутствующих здесь дам. Ура! А вот вообще, как правильно говорится, если дама космонавт? Космонавт или космонавтша? Жень, сказали уже, за дама, не за космонавта. Как медкомиссия прошла? Ну что говорят? Не пропустили. Вот такое решение. Так, секундочку. Что значит решение? А чем они мотивируют? Они что-то говорят конкретно? Негоден. Возраст, травма. С такой ногой, говорят, уже не побегаешь.
Ну, понятно. А ты, значит, заднюю дал. Ну и с кем я дело делать буду? Ты мой напарник. Чего ж ты меня бросаешь? Леш, что ты выдумываешь? Какой у тебя напарник? Вон твой напарник. Здесь не свои прихоти служим, а дело. Врачи правы, я до задания не держусь. А мне плевать на врачей. Если лететь, то с тобой. Ты что, в космосе бегать будешь? Главный едет. Тройся. Ко мне смирно. Бегать не бегать. От судьбы не убежишь. Не сложилось у меня все. Не убежишь, да? Леш! Лех! Походу, Диман, космос с тобой штурмовать будем мы. Вы что себе позволяете, товарищ майор? Хотите вылететь из отряда? Товарищ генерал, разрешите обратиться. Вы что-то хотели, товарищ Леонов? Вы видели, как он бегает? Как бегает? Значит, годен. Еще как годен. Это все? Да. Точно так точно. Вы свободны. Есть. Вы свободны. Мне бы хотелось взглянуть на результаты медкомиссии. Два в шлюзе. Молодец, Албас. Ну что, товарищи космонавты, пока идут испытания, мы сделаем репортаж о буднях советских героев. Чувствую себя Муслимом Магомаевым. Хорошо, что мне Эдит и Пеха. Кадр 1, дубль 3. Мы сегодня собрались здесь не для того, чтобы праздновать победу, а для того, чтобы убедиться в самой возможности этой победы. Внимание, приготовились и... начали! Папа! Папа! Ой! Тихо, тихо, стоп! Тихо. Получилось? Давайте сначала. Ключ на старт. Не, сон плохой приснился. Ну что за глупость? Стоп! Запуск беспилотного модуля будет осуществлен сегодня в 10:30 по московскому времени. Протяжка 2. Как вы знаете, корабль выйдет на орбиту с испытательной целью. Плюс на 13. Ну, Свет, ну, люди здесь, ну, правда, ну. Ну, чего там, ну, правда, ну? Проводы космонавтов, часть 2, кадр 3, дубль 1. Наша задача – полная проверка оборудования. Зажигание. Все узлы восхода 2, в том числе и надувной шлюз, будут считаться успешно испытанными после того, как беспилотный модуль благополучно вернется на Землю. Старт. Папа! Да! Мы должны убедиться в правильности наших расчетов, прежде чем на орбиту отправятся летчики-космонавты Павел Беляев и Алексей Леонов. Корабль выведен на орбиту. Наши герои, на которых мы возлагаем особую миссию. Шлюз раскрыт. Впервые покинуть борт космического корабля и выйти в пространство открытого космоса. Условный выход в космос осуществлен. Успех этого полета позволит нам приблизиться к тому моменту, когда мы сможем быть с космосом на равных, быть с ним на «ты». Еще немного. Внимание! Связь с испытательным модулем потеряна. Повторяю, связь с испытательным модулем потеряна. Подтверждаю. Наблюдаю облако обломков.
Здравствуйте, Сергей Павлович. Здравствуйте. Пожалуйста. Вас ожидают. Заверяем советское правительство, родную коммунистическую партию, весь советский народ. Здравствуйте, Леонид Ильич. Сейчас, Сергей Павлович, досмотрим кино и поговорим. Некогда мне кино смотреть. Все на перегонки, земля из-под ног уходит. Она не уходит из-под ног только у тех, кто топчется на месте. А ты, Королёв, двигатель прогресса. Вот здесь у меня полный отчет со всеми техническими подробностями. Давайте я попробую вам рассказать вкратце. Что будет непонятно, спрашивайте. Да знаю, знаю. Корабль выведен на орбиту. Условный выход в космос осуществлен. Вот теперь повтори то же самое. С двумя космонавтами и получай звезду героя. Но корабль развалился на части. Почему, мы не знаем. Данных нет. Выход в космос был? Ну, условно, да. Вот давай мне теперь безусловно. Соединенные Штаты хотят запустить корабль в мае. Наш восход должен полететь раньше, чтобы весь мир знал. Мы первые. Продолжается наше космическое время, советское. Время первых. Да наплевать мне на американцев. Я понимаю, что главное для нас, для страны, не ударить в грязь лицом. Но пока я руковожу всем этим, неготовое изделие в космос не полетит, тем более, если там будут мои люди. Только через мой труп. Да уж так. Да, так. Давай-ка, переспи со своими мыслями, а с завтрашнего дня за работу. Кроме тебя все равно некому. Незаменимый ты у нас. Интересно, в Москве тоже снег? Успею с девчонками на лыжи сходить. А правильно. Снеговика слепить, пирогов поесть. Зря, что ли, подготовились. Ты пей, раз налил. Ну, мы ж не полетим. Я ничего не думаю. Есть регламент. А мы столько сил, времени положили и весь пар в гудок. Зато регламент. Скажи, чем они там думают? Ты что хочешь? Чтоб Королёв на авось старт назначил? Да не на авось, Паша, мы с тобой этот кораблик по винтику разобрали и потом обратно собрали. Я уверен в нем, как в родной маме. А ты стоишь и вещички свои пакуешь. Ты думаешь, ты один горишь? Да я этот космос! Короче, как Родина прикажет. Да плевать я хотел на ваши приказы. Я задние не дам. Да! Доброе утро, Сергей Павлович. Доброе утро, товарищ главный. Доброе утро. Давно встали? Нет, только что. Вот чай пьем. Как вы знаете, испытательный полет окончился неудачей. Риск запуска восхода 2 с живыми людьми на борту слишком велик. Сейчас мы на вашей ракете повторно запустим манекен, за год построим новую и полетите. Понятно. А что не устраивает? Вас смущает, что американцы первыми будут? Сергей Павлович, мы находимся на пике физической формы. Мы прошли 3000 аварийных ситуаций. А в космосе будет и 3000 первая, и 3000 вторая, и третья. Не могу я вас отпустить. Это смерть. Орелики. Без некролога. А зачем вы тогда пришли? Ну, ты деревня.
Село Листвянка. Кемеровская область. Я мог умереть в 3 года, когда отца забрали как врага народа. А нас заклеймили как семью диверсантов. Сразу нагрянули соседи. Забрали сначала еду, мебель, потом дом. Выгнали нас на улицу, мороз. Мамка на сносях, нас 8 ртов. Сосед еще вернулся, снял с меня штаны, я так и остался. В длинной рубашке стоять. Я, слава богу, старшая сестра с ее мужем приютили. Комната в рабочем общежитии, 16 метров на всю ораву. Мое место прямо под кроватью было. Ничего, выжили же. Потом война. Все мужики на фронт. Остальные на передвижные госпиталя, оборонку, воссоздать заводы. А я учиться. Мамка в школу привела, у меня вид гордый, я стою. Я на ноги посмотрел. Меня лед тут расставил глубже. Ну, ботинок не было. Ничего, ну выдержали же, выжили. Потом победа. Да, ну какой ценой? Все дядья, братья, все погибли. Так у всей страны, в каждой семье. Сергей Павлович, да мы такое прошли. Мы столько пережили. Не для того, чтобы теперь испугаться внештатной ситуации. Да я выгрызу дыру в этом люке и выйду. Сергей Павлович, мы готовы рискнуть. Очень крепкий чай. Генерал, к старту готовы. Доложите товарищу Брежневу и товарищу Косыгину о готовности к старту космического корабля «Восход-2». Есть! Заря, алмазы готовы. Внимание!
Внимание, минутная готовность. Ключ на старт. Есть ключ на старт. Продувка. Продувка. Подключен. Главная ступень. Есть главная ступень. Старт. Есть старт. Удачи вам. Орелики. Подъем. Есть контакт подъема. Советского Союза. Параметры систем управления в норме. Сегодня, 18 марта 1965 года, в 10 часов утра, на орбиту планеты Земля выведен искусственный космический корабль-спутник «Восход-2». С бортом корабля непрерывно поддерживается радиосвязь. Товарищи Беляев и Леонов проводят работу в соответствии с программой полета. Заря — это алмаз. Есть небольшая вибрация. Все приборы работают в штатном режиме. Самочувствие отличное. Готовы приступить к выполнению задания. Алмазы, приступайте к выполнению задания. Вас понял, Заря. Раскрываем шлюз. Заря, шлюз распрямлен. Начинаю выравнивать давление в шлюзе. Перехожу на подачу кислорода из ранца. Заря, скафандр герметичный. Открываю внутренний люк шлюзовой камеры. Не скучай. Я скоро. Паш, подтолкни, только нежно. О! Я Алмаз-2. Нахожусь в шлюзе. Алмаз-2, понял тебя. Заря, я Алмаз. Закрываем внутренний люк шлюза. Заря, я Алмаз. Начинаю вновь давление в шлюзе. Алмаз-2, сброс давления в шлюзе 5 минут. Давление повышено на пределах нормы.
Алмаз-2, у тебя расход кислорода выше нормы. Леш, еще раз дыши. Я и так не дышу. Внимание, приготовиться. Заря, давление в шлюзе 0. Открываем внешний люк шлюзовой камеры. Докладываю, все в норме. К выходу в открытый космос готов. Приступить к выходу в открытый космос. Есть. Алмаз-2. Выход в космос. Разрешаю. Понял, Алмаз. Шлюза. Состояние у меня отличное. Подо мной вижу облачность, море. Кавказский хребет вот сейчас прошли только. Вижу небо, вижу землю. Волга прямо подо мной. Нормальные условия работы. Алмаз-2, приготовиться к отходу. Да, вас понял. Снять крышку с объектива кинокамеры. Снял крышку. А куда ее? А куда? Да просто выброси ее. Понял. Выбрасываю. Заря, я Алмаз-2. Вытаскиваю фал. Советское космовидение ведет свой очередной репортаж из космического пространства с борта космического корабля «Восход-2». Мы становимся свидетелями явления, о котором еще вчера можно было говорить лишь как о фантазии. Алмаз-2. Начать отход. Сейчас.
Свет вышел в космическое пространство. Человек вышел в космическое пространство. Находится в свободном плавании. Сегодня, 18 марта 1965 года, в 11 часов 30 минут по московскому времени, при полете космического корабля «Восход-2» впервые осуществлен выход человека в космическое пространство. На втором витке полета второй пилот, летчик-космонавт, майор Леонов Алексей Архипович в специальном скафандре с автономной системой жизнеобеспечения совершил выход в космическое пространство. Папа, настоящий космонавт! Настоящий! Ну что, осталось стыковку освоить. А там можно и военно-космические войска формировать. Молодцы, молодцы. Все молодцы. Не расслабляемся. Товарищ генерал, Кремль на связи. Просит соединить напрямую с космонавтом. Ну, соединяйте, соединяйте. Соединяйте. Есть. Да. Леонид Ильич! Ого! Ну как же там, сынок? Докладываю. Сознание ясное, зрение не нарушено. Ориентация в норме. Человек может работать в космическом пространстве. Человек может работать в космическом пространстве. Спасибо. Гордимся тобой. Спасибо, спасибо. Главное, возвращайся живой. Это приказ, слышишь? Какие у него показатели? Давление и температура потихоньку поползли вверх, а так все показатели в норме. Воздух. Воздуха на 27 минут. Давайте к следующему этапу. Приготовиться к отходу для проверки реакции вестибулярного аппарата на положение тела в пространстве. Поехали! Алмаз-2, как самочувствие? Готов к заключительному отходу для фотосъемки. Давление скакнуло 140 на 90, пульс 125, температура 37. Волнуется. Кто б не волновался. Алмаз-2, сделай несколько фотоснимков и домой. Только давай без резких движений. Потихонечку. Есть, потихонечку. Ты там улыбаешься? Улыбаюсь. Снимаю. Времени мало, делай снимки, возвращайся. Не понял. Что? Что с давлением? Что с давлением? Thank you.
у тебя все в порядке? Алмаз, что там у вас происходит? Алмаз 2 не отвечают. Был удар по корпусу корабля. Визуальный контакт с Алмазом 2 потерян. Что со связью? Все приборы работают исправно. Техническую связь с Алмазом 2 не нарушена. Какие у него показатели? Давление, пульс, температура. Все растет. Продолжайте вызывать Алмаз-2. Слишком хорошо все шло, слишком гладко. Немедленно прекратить вещание в эфир. Есть. Предлагаем внимание телезрителей балет Сергея Сергеевича Прокофьева «Каменный цветок» на сцене Государственного ордена Ленина Академического Большого театра Союза СССР. Подождем. Алмаз-2, прием. Заряд, связь с Алмазом-2 не подтверждает. Продолжаем вызывать. Сергей Павлович, на этот случай есть четкие инструкции. Если Алмаз-2 не сможет самостоятельно вернуться на корабль, мы должны приготовиться к отстрелу шлюза. Давление 155 на 100, пульс 150, температура 38,5. Я Алмаз. Прошу разрешения на выход в шлюз. Сколько до мертвой зоны? До потери связи около 5 минут. Сергей Павлович, выход второго космонавта означает полную разгерметизацию корабля. И возвращаться им придется самостоятельно. Связи-то не будет. А как поведет себя корабль после полной разгерметизации, это Богу известно. Ну, значит, начинайте молиться. Сергей Павлович, если мы отстрелим шлюз, погибнет только один космонавт. Если вы отдадите приказ, могут погибнуть двое. Алмаз, приготовиться к разгерметизации корабля. Вас понял, Заря. Двухминутная готовность. Результаты колоссальной работы тысяч советских граждан останутся болтаться на орбите. Сейчас меня волнуют не тысячи, а двое. Готов к выходу в шлюз. Жду команду. Мы не имеем права провалить всю космическую программу ради одного человека. До входа в мертвую зону минута. Отменяйте команду на выход, Сергей Павлович. Какие показатели Алмаза-2? Давление 170 на 110, пульс 165. Живой. Он живой. Понял? Заряю, я готов к выходу в шлюз. Жду команду. Уверен, ты знаешь, что делаешь. 30 секунд до входа в мертвую зону. Заря, повторяю. Жду команду. Приступить к разгерметизации корабля.
15! Вот он, Алмаз-2! Возле шлюза! Заряд подтверждаю! Алмаз-2 возле шлюза! Алмаз-2! Твою за ногу! Бегом домой! Они в мертвой зоне. Что случилось? Скафандр раздуло. Руки, ноги, пальцы вообще не согнут. Почему молчал? Беспокоить не хотел. Понятно. Ладно. Так. Сколько мне кислорода осталось? Впритык. Леша, поторопись. Леша, времени совсем нет. Бери камеру и быстро в корабль. Сейчас. Сейчас его камеру пошлю. Давай, давай, давай. Молодец. Давай, пробуй. По-другому никак. Ой, черт. Пробуй, пробуй. Соберись, Леша. Отставить. Куда? Не сметь. Только ногами, Леша. Закрывай. Закрывай. Закрывай, я сказал. Ну! Он не закрылся, да? Получится, Леш. А какие варианты? Я открываю люк, втаскиваю тебя. И разгерметизируешь корабль. Значит, будем рисковать. Что? Рисковать все операции? Нет, Паш. Я попробую. Леша! Леша, нет! Леша! Стой! У тебя воздуха и так впритык было. Сейчас вообще ничего. Чего не останется? Стрелишь меня вместе со шлюзом! Вот ты упертый! Черт! Я застрял! Я не могу продвинуться! Леша, меньше болтай! Воздух экономь! Молчу! А что, если мы ногу подобьем? Давай, давай. Давай, Леша. Ну, 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 ну. Да, жил герметичен, молодец. Теперь держись. Держись пару минут хотя бы. Даешь.
Хорошо, но вы нам-то можете сказать. Я понимаю, ну а что это означает? Хорошо. Спасибо. Ну, говорят, что полет проходит в штатном режиме. Леша всегда так отвечает, когда ему мешают работать, ну или... Или когда плохо все. В Москве и Ленинграде прошли митинги в честь полета. Светлана Леонова звонила. Чай? А, нет, спасибо. Не буду. Спрашивала, что да как. Волнуется. А чего она волнуется? Что случилось? Нет. Пожалуйста. Восход 2 должен выйти из мертвой зоны через минуту. Начинаем вызывать. Леша. Леш, на землю вернись. Алмаз-2. Выходим из мертвой зоны. Слушай, я тут подумал. В следующий раз, когда на Луну полетим. ГВЦ на связи. Сейчас по башке получать будем. Алмаз, я Заря. Как слышите меня? Заря, я Алмаз. Слышу вас отлично. Алмаз, что с Алмазом-2? Заря, Алмаз-2. Тоже слышишь хорошо. Вот засранец, а! Алмаз-2. С возвращением. Благодарю за службу. Спасибо. Служу советскому... Какого черта не вы... Выходили на связь. Заря, были проблемы со связью. Причину установить не удалось. Алмаз-2. Что, за себя уже ответить не можем? Подтверждаю. Заря, у нас все в порядке. Готовы к отстрелу шлюза? Приготовиться. К отстрелу шлюза. Есть, приготовиться к отстрелу шлюза. Алмаз, я напоминаю, что цикл испытаний был осуществлен нами только до этого момента. Что может произойти после отстрела шлюза? Мы не знаем. Будьте готовы ко всему. Хуже уже быть не может. Алмаз, подтвердить давление воздуха в кабине. Давление в кабине в норме. Проверить контакты пиропатронов. Есть контакт. К отстрелу шлюза готов. Отстрел. Заря, отстрел произведен. Разгерметизации и других неполадок не наблюдаю. Но закрутило. Как сильно закрутило. Алмазы. Примерно 20 градусов в секунду. Можем включить автоматическую ориентацию. Она стабилизирует. И что, сожжем все топливо, предназначенное на случай ручной посадки? Сергей Павлович, за автоматику я головой отвечаю. Ручная посадка не потребуется. Алмазы, как самочувствие? Нормальное самочувствие, Заря. Ну что, покатаемся на карусели? До входа в зону посадки 15 витков. Это примерно 22 часа. Как, потерпите? Потерпим, Заря. Потерпите, орелики. Потерпите. 22 часа. Это как топсы на верхней полке.
Поспал бы, не железный. 10 витков еще. Успеется. Тут дорисовать надо, а то Третьяковка ждет. Третьяковка? Ну, а ты думал, первая картина, нарисованная в космосе, это тебе не подсолнухи в горшках строгать. Повесят прямо рядом с мишками в бару. Знаешь, как меня в художественные звали? Я же место до последнего держали. Чего не пошел-то? А смысл? Можно летать и рисовать. А вот рисовать и летать — это вряд ли. Ну да. А меня вот на Кубу позвали. Тебя? Угу. Представляешь, прямо из посольства звонили в корабль, поздравляли. Приезжайте, говорит, Павел Иванович, к нам отдыхать. А я где был? Не знаю, вышел куда-то. Правильно. Меня же в это время Брежнев как раз поздравлял. Сказал, что лично в аэропорт встречать приедет. Леша, говорит, как вот с трапа сойдешь с левой стороны, ну, узнаешь меня про этой, меня по карателевой шапке. Вот, потом на дачу к нему. Не, сначала в Кремль, а потом на дачу. Лучше бы ты, Леш, рисовал. Леш! Ой. Ты себя чувствуешь нормально? Да, что-то мутит только. Вот так вроде должно быть. Кислород сколько? Сейчас. Да чтоб тебя. Почти 300. Вызывай. Заря, я Алмаз. Каково точное значение? 296. И растет. Алмазы, ни одного резкого движения. У вас ни воздуха. Очистите кислород. Малейшая искра, и сгорите заживо. Понял. Что делать? Выключайте основное освещение. Ждите инструкций. Понял. Откуда кислород? Разберутся. Где эта утечка? Из ранцев. Леонов свой оставил в шлюзе, значит, у Беляева. И сразу значение 296. Из-за одного ранца. Ну, значит, баллон компенсации утечки. Но в работе системы нету сбоев. Герметичность кабины не нарушена, черт его знает. Ну, может, во время отстрела шлюза люк отошел. Ну, и тогда увидели бы резкое падение температуры. Товарищи, у обоих Алмазов пульс и давление падает. Вскоре наступит кислородное отравление. Нужна схема центральной потолочной зоны. Самая подробная. Алмазы, скорее всего, у вас микрощель. Искать ее бесполезно. Сама по себе она не опасна. Но система отреагировала на утечку и автоматически нагнетает кислород. Отключить датчик компенсации можно только вручную. Придется кое-что разобрать. Есть. Сергей Павлович, нельзя этого делать. Да, там вот. Все под напряжением. У вас что, другие варианты есть? Алмазы. Прямо над вами, в центральной потолочной зоне, рядом с клапаном сброса давления, установлен датчик компенсации утечки. Инженерным ножом вскрываете обшивку по контуру. Ну это авантюра. Ну вспомните. Во время сборки технику убил, а это ведь был квалифицированный специалист. Видите плотность укладки, а у них ни инструментов, ни света. Японский бог. Заря, обшивку вскрыли. Система датчиков находится за проводами. Чтобы до нее добраться, нужно разрезать обвязку, фиксирующую провода. Понял, Заря. Леш, свети. Что с ними будет? Сначала онемение конечностей, болезненные мышечные спазмы. И все это на фоне частичной потери слуха и зрительных галлюцинаций. Стоп! Тихо! Тихо!
ты будешь светить. В том они просто заснут, в конце концов. Заснут? И все? Вот именно. Все. Алмазы. Я сейчас сам. Алмазы, вы слышите меня? Сейчас. Сейчас, Паш. Сейчас. Алмазы! Вы слышите меня? Пашка, ты так хорошо светишь. Ровно. Прям светло. О, молодец. О, молодец. Ага, Заря. Вижу. Вижу. Вижу датчик. Молодцы. Теперь главное. Желтый провод, видите? Выкрутить желтый провод из пульта. Слышите меня? Выкрутите. Заря, повторите. И звезда. Повторите, Заря! Выкрутите желтый провод и звезда. Слышите меня? Гнездо. Вон где она живет. Понял вас, алмазы. Вон где она спит, вон где ее домик. Какой еще домик? Не понял вас, алмаз, повторите. Сейчас отсоединяем. Отсоединили? Где же там твой домик? Отсоединили, алмазы! Вот нашел. Сейчас, Паш. Корабль вне поля видимости. Система автоматической ориентации включится еще до выхода из мертвой зоны. Цикл 4 их посадит. У них есть шанс выжить? Уже прилетит. Он постарается. Он очень-очень постарается.
Эфир проверяем постоянно, но пока тишина. Визуального контакта тоже не установлено. Отвратительно. Толпа здоровых, крепких мужиков сидят с Сиднем, протирают штаны, еще вздыхают, будто на поминках. Если мы не можем товарищам помочь, то давайте не будем хотя бы устраивать преждевременных похорон. Барышня, всем кофе. И мне в том числе. Покрепче. Слушайте, ну давайте рассуждать логически. Корабль должен был сесть 23 минуты назад. Возможно, при входе в атмосферу он сбился с курса. И посадка произошла в незапланированном квадрате. У вас все одно и то же, Борис Викторович. Возможно, наверное, кажется. Дайте мне расчеты предполагаемых отклонений от точки посадки. Слушаюсь. Приготовьте расчеты. Все, ждать больше нельзя. Давайте, поднимаем технику, будем искать с воздуха. Сергей Павлович, звонят из Кремля, хотят поздравить с успешным завершением. Перезвонят. Так точно. Показатели Алмазов! Они живы! Они живы! Принимаю себя с корабля. Сигнал, есть сигнал. Передай, Королёв уехал встречать космонавтов. Алмазы, черти! Слышим вас! Где вы? Где сели, орёлики? В ложементах. Как сели, так и сидим. Заря, я Алмаз. Самочувствие нормальное. Цикл 4 не запущен. Сергей Павлович, я... объяснений у меня пока нет. Возможно, вращение корабля оказалось слишком сильным. Это внештатная ситуация. Да неужели? И какая уже? Кто-нибудь ведет счет? Я веду! Пробуем перезапустить систему. Готовимся к перезапуску. И сажаем их на следующем витке. Мы не имеем права сажать их на следующем витке. Корабль будет на территории противника. Ребят нужно вернуть на землю. А с территорией будете разбираться потом. Да, я Алмаз. Прошу разрешения немедленно перевести корабль на ручное управление. И совершить посадку прямо сейчас. Прием. Алмазы, для этого необходимо рассчитать квадрат посадки. Прямо сейчас мы не успеем. Сергей Павлович, не волнуйтесь. Все расчеты у нас имеются. Значит, Заря, я тут прикинул. Сядем на Урале, где-то под Пермью. Леша. Будьте благоразумны. Ну что это за расчеты? Прикинул он где-то под Пермью. Бред. С другой стороны, они оба опытные летчики. Ну никто никогда не сажал космический корабль вручную. Ручное управление, ну я не знаю, как соломинка для утопающего. Исключительно, совершенно только для безвыходных ситуаций. А сейчас не такая? Сергей Павлович, на минуточку. Все. Началось совещание. Сейчас они там соберут всех. Выберут председателя комиссии, потом докладчика заслушают. Прения начнутся. А ты спрашивал, почему я молчал. Да я бы там уже ласты склеил бы. Да посадим эту нашу коломагу, Паш. Мы не такие корыта с тобой сажали. Ты ж посадишь. Других вариантов все равно нет. Ну почему? Либо сейчас посадим вручную, либо оставят на орбите. Короче, как Родина прикажет. Думаешь, не разрешат? Я бы не разрешил. Мы с вами не сестры милосердия, Сергей Павлович. А государственные тайны не предмет для экспериментов. Честно говоря, я вас не понимаю. Или наоборот, понимаю, но это еще хуже. Вы что, предлагаете оставить их на орбите? Ну, я правильно вас понял? Идет война. Холодная, но вполне реальная. Что будет, если они сядут в Европе? Или, не дай бог, в Китай залетят? Вся подноготная нашей космической программы окажется в руках врага. И что? Им погибнуть? Просто так вот, на всякий случай, чтобы, не дай бог, не улететь куда-нибудь не туда. Они солдаты. А солдатам приходится умирать ради интересов своего государства. Понятно. Да, хорошо.
Мысль не новая, но конструктивная. Спасибо. Спасибо. Я, видимо, буду думать над этим. Алмазы? Разрешаю. Начать. Заря, вас понял. Начинаю. Все-таки хорошо, что не ты решаешь. Заря, повторяю, место посадки приблизительно. Леша, они не слышат тебя. А я тут как-нибудь, если приземлимся. А хочешь прямо на Красной площади сядем, к Спасской башне сломаем? Хватит болтать. Приступаю к стабилизации корабля. Осталось только в землю попасть. Я вжался. Я же так ни хрена не увижу. Может, не выйти? Направляй. Готов. Запад. Есть. Юго-запад. Есть. Север. Есть. Нет, нет, север-запад. Север или северо-запад? Тише, 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 тише. Часовому, по часовому. Вот, еще тише, еще тише. Ага, теперь запад. Есть. Куда? Много. Назад. Стоп. Все заново. Давай. Запад. Запад! Паш, время теряется. Ну так не получится. Я сам. Ты что делаешь? Сейчас центр тяжести сместим. Освободил живот. Ну и куда мне? Давай туда, под взор. Я попробую. Давай. Давай ноги держи. Вот. Держу. Леш, я сейчас прицелюсь. И мы с тобой аккуратненько. Осторожно, как мышки. Ныряем обратно. Быстрее целься, родимый. А то в Китае сядем. Не торопи. Промахнулся, летим в космос. Земля ровная? Смещается. Сколько? Уже градусов 7. Черт. Что с азотом? Почти на нуле. Леш, ты пристегнулся? Ага. Запуск ТДУ. Понять бы еще, куда они сядут. Сядем мы с вами, если что. А они приземлятся. Телеметрия зафиксировала крен. Значит, они покидали ложементы, чтобы прицелиться. А когда садились на место, центр тяжести сместился. Mm-hmm. И что? Траектория посадки может измениться. Сергей Павлович, позволите? А при отклонении в 6-7 градусов
Они зайдут в атмосферу под очень острым углом. Корабль может отрикошетить и снова оказаться на орбите. Гравитация притянет корабль к Земле. Но это будет очень нескоро. Борис Викторович, рассчитайте все возможные квадраты посадки. Не расслабляемся. Ждем сигнала передатчика. И надеемся на лучшее. Сегодня четверг или пятница? Хрен его знает. Думаешь, дети уже встали? Интересно, Вика в сад пошла или опять сопли? Леш, не переживай. Если промахнулись года через три, притяжение все равно сработает. Похоронит с почестями. Так. Давай пожрем. Ого! Ничего себе, какие у нас тут разносолы. Борщ. Жаль, чесночка нет. Будешь? Леша, ты... Похоже на гравитацию. А ну-ка отставить разносолы, домой летим. Есть домой, товарищ командир. Отстрел ПРД. ПРД отделен. Приготовиться к отстрелу ПО. Отстрел. Приборный отсек не отстыкован. Так, Лёш, держи, сейчас закрутит. Thank you.
Паш. Да живой я! Ура! Пугался! Что ты пугаешься меня? Все, все. Выходим. Готов. Сейчас громко будет. Погоди. Выходим, че? Ага. Советской науки не может засечь один радиомаяк в заданном квадрате. Сигнал пропал во время вхождения в атмосферу. Это может означать, не что... может. Нужны конкретные версии. Сергей Павлович, очевидно, что они приземлились не там, где мы ожидали. Развернута полномасштабная поисковая операция. Вам нужно успокоиться и отдохнуть. Я отдохну, когда мы их найдем. Какие предположения? Во-первых, маяк мог выйти из строя при жесткой посадке. Во-вторых, они могли повредить его, когда резали обшивку. На этот случай у них есть портативный передатчик, чтобы посылать сигналы вручную. Так почему мы не можем их засечь? Батарея передатчика работает только при плюсовых температурах. И что? Они не догадались бы, как согреть батарейку? Сперва им надо озаботиться, как себя согреть. Скафандры, не подключенные к системе, не рассчитаны на отрицательную температуру. В капсуле им тоже не укрыться. Через час она будет как морозильная камера. Возможно, радиоволны просто не проходят. Качество КВ-сигнала сильно зависит от рельефа местности и метеоусловий. Допустим, они оказались в неблагоприятных погодных условиях. Как долго они продержатся? Сутки.
Тайга, сигнал глушит. Оп. А мы сейчас морзяночкой. Мы сейчас морзяночкой ее возьмем. Морзяночка, она надежнее. Ты лучше утепляйся, Алексей. Успеется. Вен, что это у нас такое, Вен? Так. Ага, так. О, все нормально. У тебя совесть есть? Приземлились, орелики наши. Вен? Че? Да Вен, все нормально. Все нормально у тебя? Ну, да подожди ты. Ну, сейчас же самое интересное начнет, спасать на операцию. Ничего, без тебя спасут. Завтра все по телевизору покажут. Ну что ты вот все? Давай, давай, хватит уже в государственные тайны лезть. Кремль ждет от нас официальное заявление. Мы должны сделать его завтра в 10 утра. А нам пока не о чем заявлять. Сергей Павлович, вам нужно отдохнуть. От вас уже ничего не зависит. До утра еще уйма времени, если не тратить его попусту. Товарищ генерал-лейтенант, разрешите доложить? Пришла метеосводка. Над всем Уральским хребтом ожидается сильный снегопад. Туда движется арктический циклон. Ночью температура упадет до минус 35. Ночью? Сейчас ведь еще день. Так? И еще только день. Если они сигнал получили, ну, на трансляцию, 2 часа, ну, значит, сейчас будут. Скоро будут. Скоро. Если получили. На. Твоя очередь. Кончай суетиться. Знали, на что шли. Если журнал найдут, считай, задание выполнили. Что значит выполнили? Ты что, про девочек своих забыл? Они там форму гладят. Бабку встречать живого. Понял? Живого. А не замерзший кусок говна мамонта. Не, друг. Ну, подсоби. Нет! Мне мои не простят. Кто Вику в первый класс поведет? В общем, так, товарищ Беляев. Приказа сдаваться не было. И скучаю скоро.
Передайте приказ. Пусть поднимают в воздух все, что летает. Увеличить квадрат поиска в 2 раза. Есть. Приказ генерала Каманина. Отправляйте текст для записи сообщения. Какой из них, Николай Петрович? Оба варианта. Здравствуйте, товарищи. Воды можно? Я готов. March 18, 1965 в Советском Союзе с целью летных испытаний на орбиту Земли был выведен космический корабль «Восход-2». Пилотируемый летчиками-космонавтами СССР подполковником Беляевым Павлом Ивановичем и майором Леоновым Алексеем Архиповичем. В течение испытательного полета, продолжавшегося более суток. Во время посадки произошло скручивание строп, и космический корабль продолжил падение на большой скорости. Причиной смерти экипажа. Да вы что, там охренели совсем? Вы чего? Эй! Не вас черти носят! Вы охренели, что ли, совсем? Мы живые здесь! Космонавтов-испытателей Павла Ивановича Беляева и Алексея Архиповича Леонова является тяжелой и невосполнимой утратой для всего советского народа. Им присвоено звание Советского Союза посмертно. Паша! Паша!
А! Ты чего? Не спать! Эй, Паша! Паша! А ну не спать! Не спать! Паша! Все о, о! Павел Иванович! О, молодец! Так, сейчас мы с тобой, знаешь, что мы сейчас с тобой речь для журналистов отрепетируем. А то стоишь вечно, как герой. Сам справишься. Ты же теперь герой. Да какой я в жопу герой? Это ты был героем, когда я еще коров пас? А ты уже на войне побывал. Сколько боевых вылетов сделал. А я еще о небе только мечтал. Один. Что один? Один вылет. И тот даже на гашетку не успел нажать. Старики японцев громили, а мы зелень. Самолеты заправляли, аэродром подметали. И вот, наконец, боевой вылет дали. Ну, думаю, вот и моя очередь. И я на что-то пригодился. Японцы нас тогда не атаковали. Отбомбились мы и обратно на базу. Как будто и не летали. А Япония на следующий день капитулировала. Вот тебе и герой войны, Павел Беляев. А я, знаешь, чего в летное пошел? Чего? Там степуха больше, чем в художественном. Сейчас бы писал свои картинки, горе бы не знал. Нет, зато теперь весь мир видел, как я на шлапке болтался. Как жабу раздул, чем скафандр не обдел. Вот тебе и покоритель космоса, Алексей Леонов. Пашка, прости меня, что за собой потащил. Ну, нет. Хорошо. Что ж хорошего? Хорошо, что ты художником не стал. А то с кем бы я так полетал-то, а? Может, еще полетаем. Это как Родина прикажет, Леша. Как Родина прикажет. Сели. Удачно. Помощь просит. А за ним не летят, понимаешь? Зато за тобой прилетят, и ты сядешь. Очень удачно. Только мне помощи просить будет не у кого. Погода совсем испортилась, я вынужден приостановить поисковую операцию. Все понятно. Как только шторм пройдет, мы... Да, само собой. Надо сообщать родственникам. Сергей Павлович, может быть, не стоит торопиться? Что, а что вы хотите, чтобы они узнали об этом от Левитана? Поймали сигнал! Сергей Павлович, вроде бы поймали сигнал. Что значит «вроде бы»? Виноват, товарищ генерал-лейтенант. Докладываю. Звонили из комитета. С ними связался какой-то радиолюбитель с Сахалина. Говорит, что случайно поймал сигнал космонавтов. Случайно? Что за чушь? Случайно радиолюбитель
Так точно. Сахалин? Так точно. Квадрат какой? По триангуляции выходит квадрат 62, вот. В 62-м есть у нас кто-нибудь? Да, у нас там один борт в нескольких километрах оттуда. Давай. Вызывай. Есть. Борт 16. Высалка квадрата 62-м квадрате. Вы ближе всего. Постарайтесь установить визуальный контакт. Повторяю. Постарайтесь установить визуальный контакт. Это 2-16. Нахожусь в 62-м квадрате. Очень плохие метеоусловия. Пока есть возможность продолжать поиски. Есть. Слышишь? Слышишь? Это задание. Нашли. Где ракетница? Паш. Где ракетница? Я что, ее потерял? А? Чудило. Командир, баки почти сухие. Надо возвращаться, можем до базы не дотянуть. Это 2-16, у нас топливо на пределе. Им надо возвращаться. Пусть возвращаются. Есть. 2-16, возвращайтесь на базу. 2-16. Это Королёв. Сергей, вас как зовут? Майор Маркелов. А по имени? Владимир. Володя, послушай меня. Там на деревьях должен быть парашют. Он очень большой, заметный. Пожалуйста, присмотрись. Его трудно не заметить. Слышишь? Есть. Возьми. Куда я дел ее, а? Да что ж все через жопу-то? Помоги. Леш, помоги, примерзла. Пашка! Вот ты молодец. Пойди. У нас аварийный остаток. Надо уходить. Лёша, дай сигнал, не видно ни черта. Погоди, Пашка, это ты молодец. Сейчас, я тебе помогу. Сейчас. Командир, надо уходить, до базы не дотянь. Это 2-16. Парашюта не наблюдаю. Сигналов от космонавтов нет. Мы сделали, что могли. Простите. Пальцы не гнутся. Пальцы. Потихоньку. Пошла моя потихоньку. Паша, давай. 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 Не могу. 2-16. Возвращайтесь назад. Так точно, возвращаемся. Ракета сигнальная! Высылайте спасатели.
Спасибо, Володя. Можно мне чего-нибудь покрепче? Хорошо, Сергей Павлович. Ты что творишь-то, а? Куда тебя посреди ночи понесло, а? Гнезде она спит. Кто? Птичка. Ах, ну ты молодец. Страх поднял. Натерпелся, а? Сердечко-то как колотится. Сейчас выскочит. Набегался, а? Нет, батя, я не бегал. Я летал. ТАСС. 19 марта в 12:02 по московскому времени космический корабль «Восход-2», пилотируемый экипажем в составе командира корабля полковника Беляева Павла Ивановича и второго пилота подполковника Леонова Алексея Архиповича благополучно приземлился в районе города Перми. Товарищи Беляев и Леонов чувствуют себя хорошо. Прошла, будто прошла боль. Спит земля, пусть отдохнет, пусть у земли, как и у нас,
тобой. Там впереди долгий, как жизнь, путь. Я возьму этот большой мир каждый день, каждый его час. Если что-то я забуду, вряд ли звезды примут нас. Если что-то я забуду, вряд ли звезды примут нас. Я возьму щебет земных птиц, я возьму добрых ручьев плеск, я возьму свет грозовых зорниц, шепот ветров, зимний пустой лес. Я возьму этот большой. Забуду, вряд ли звезды примут нас. Я возьму память земных верст, буду плыть в белом густом льне. Там вдали, там возле синих звезд, солнце земли будет светить мне. Я возьму этот большой мир каждый день, каждый его час. Если что-то я забуду, вряд ли звезды примут нас. Если что-то я забуду, вряд ли звезды примут нас.